Главной физической подготовкой огнеборцев и спасателей остаются пожарно-прикладной спорт и пятиборье. Однако накануне в якутском гарнизоне прошли новые для них соревнования. Какие, расскажет Виталий Абрамов. Давай, привет. Боевка, сапоги, каска и кислородный баллон на спине. Все вместе весит около 20 килограмм. В такой экипировке выступают участники первого в республике пожарного кроссфита. Такая дисциплина была разработана когда-то для тренировки бойцов спецподразделений и быстро завоевала популярность. Ныне же серия силовых упражнений высокой интенсивности, выполняющиеся одно за одним без перерыва, пришла в Якутию. Программу этого вида кроссфита разработали сами огнеборцы. Основой для их упражнения являются задачи, которые им приходится решать при тушении пожаров и спасении людей. В каждой команде по 5 самых стойких бойцов из каждой части якутского гарнизона. Самый сложный этап – это последний этап. Специально придумали, чтобы последний участник был как бы более подготовленный. Начинает перенос мешка с песком, то есть 40 килограмм. Потом идет отжимание, прыжки. Потом перемещение шины с помощью кувалды на 20 метров и финиширует. После всей этой невероятной физической нагрузки на время, пожарные признаются, что комплекс буквально вырывает все силы. И после его выполнения люди лежат на полу, пытаясь прийти в себя и восстановить дыхание. Именно вот так Михаил из третьей части сделал невозможное. Отставая примерно на полминуты, на последнем этапе он смог первым прийти к финишу. Пожарная охрана – это каждый день риск. Должен не только себя нести, а должен нести пострадавшего. И поэтому должен содержать его готовности всегда быть, спасать другого, ну хотя бы минимум кота спасти. Должен быть всегда подтянутый. Развит физически. В итоге убедительную победу в соревнованиях одержали огнеборцы пожарной части номер 4. Второе место заняли бойцы второй части. И замкнули тройку сильнейших пожарные из первой части якутского гарнизона. Виталий Абрамов, Андрей Секритов, НВК Саха, Якутск.